мне. Ты! Пошли со мной! Почему я должен выходить? Пошли! Зачем ты потащила его с собой? Он же извращенец! Ты чего улыбаешься? Ну, пойдем в полицию. Нам не нужно идти. Как так не нужно? Разве я не извращенец? Давай, пойдем проверим камеры видеонаблюдения. Я не отпущу тебя, пока ты не объяснишься. Все не так, как ты думаешь. Я не знаю, как тебе объяснить. Просто дело в том, что... Извини. Спасибо. У тебя что, с головой проблемы? Сумасшедшая. Водитель, на цифровую площадь. Старый город? Да. Хорошо. Водитель, можно открыть окно? Вам жарко? Я включил кондиционер. Мне нужен воздух. Хорошо. Ты здесь? Где ты? Почти на месте. Поторопись, все тебя ждут. Я уже в пути, скоро буду там. Не торопите меня, я только что поймал такси. Здесь еще два человека! Быстрее! Мне нужна помощь! Вы меня слышите? Эй!
Как реалистично. Мне жаль, я... Это наша первая встреча. Все в порядке, неважно, неважно. Ты... Ты уже попал? Куда? В петлю. У тебя это тоже не первый раз? Тебе не кажется, что мы уже знакомы? Мы уже были здесь после того, как я проснулась. Ты дал мне салфетки, не помнишь? Ты... Извини, моя остановка здесь. Подумай об этом. Извращенец! Этот человек ведет себя неприлично! Неужели ты думаешь, что все это был сон? Это не сон, это реальность! Это действительно произошло, это реально! Господин, мне нужно выйти. Могу остановить только на остановке. Но впереди почти свободно, может остановить и ненадолго. Брат, ты проспал свою остановку, что ли? Он не остановит ради тебя, просто подожди следующей остановки и пересядь на другой автобус. Следующая остановка после моста, у меня мало времени! Я пробовала это раньше, бесполезно. Ты помнишь, что я тебе говорила? Не разговаривай со мной! До того, как я обвинила тебя, что ты извращенец и вытащил из автобуса... Пожалуйста, откройте дверь, господин! Ты помнишь? Послушай меня! Сейчас же красный свет, может, просто дверь откроете? Что происходит? Мы уже проехали на красный свет, мы и так стоим, откройте дверь! Не лезь за руль! Что ты делаешь? Что такое? Происходит? Что происходит? Что ты делаешь? Совсем из ума выжил? Ты хочешь убить нас? Хочешь подраться? Братан, ты хорош, раньше занимался борьбой? Нет, тренер по прыжкам с тарзанки. Тренер по прыжкам с тарзанки? Что ты пытаешься сделать? Отпусти меня! Зачем нужно лезть к рулю? Я хочу выйти с автобуса! С автобусом что-то не так! Это с тобой что-то не так! Отпусти, автобус взорвется! Автобус взорвется? А может быть ты? Взорви, чтобы я увидел! Теперь ты мне веришь? Я не лгала. Мы правда попали в петлю. Тебя сейчас прижали к полу. Я правда в замешательстве. Я постоянно езжу в этом автобусе. Что ты делаешь? Не горячись. Молодой человек, вас укачало? Да, нет, нет, у меня есть лекарства. Не надо, спасибо, здесь душно просто. Если тебе плохо, скажи. Хорошо.
это за звук? Что случилось? Что ты делаешь? Ты чего? Эй, он разбивает стекло! Что ты делаешь? Ты чего творишь? Что ты удумал? Отпусти меня! Что ты делаешь? Дай мне молоток! Отпусти меня! Успокойся, псих! Водитель, остановить автобус, у нас тут самоубийца! Хочу выйти из автобуса! Я хочу выйти! Дядя, остановите автобус! Пусть все выйдут, слишком опасно! Вот именно! Нельзя останавливаться вне остановок! Все окна автобуса повреждены, правила вас еще волнуют! Откуда тебе столько нрава? Разбил все окна, еще и болтает! Молоток можно использовать только в критической ситуации! Сейчас и есть критическая ситуация! Какая же? В любом случае, водитель, вам нужно остановить автобус. Разве ты не видишь, что это перекресток? Почему мы просто не можем выйти? Я тоже не знаю. Я пробовала это уже много раз. Я тоже не знаю, как выйти из этого цикла. Я пережила больше повторов, чем ты. О чем вы двое говорите? Поторопись и скажи ему, что любовь — это еще не все в жизни. Нет ничего важнее жизни. Кроме того, нет смысла выходить из автобуса. Слишком поздно. Значит, мы просто ждем смерти? Верно. Просто ждем и умрем. Не мог бы ты в следующий раз не спешить и выслушать меня, пока не закончу, а? Ты успокоился? Просто расслабься. Это просто боль в твоем сердце. Она не причинит тебе вреда. Это не по-настоящему. Ты, наверное, не поверишь, но я никогда не был таким импульсивным. Я верю тебе. Но как произошла эта петля? Были ли мы загипнотизированы или что-то подобное? Я надеюсь, что мы загипнотизированы. Я тоже не понимаю, как мы с этим столкнулись. Я вытащила тебя из автобуса в тот раз, просто хотела тебя спасти. Я не думала, что это втянет тебя в петлю. Итак, ты имеешь в виду, что я попал в петлю, потому что ты вытащила меня из автобуса? Да. Ты испытал это дважды, но я испытала это уже несколько раз. Я постоянно пытаюсь придумать способы, чтобы избавиться от этой петли. Я все пробовала, чтобы выйти, но не получилось. Пока я не обвинила тебя в приставаниях. Так нет смысла выходить, потому что мы все равно вернемся сюда. На данный момент, кажется, да. Я не знаю, что произойдет потом. Вот что я подумала. Разве раньше мы не думали о том, чтобы просто выйти из автобуса? Мы думали, что выход решит проблему. Но только сейчас поняли, что заставить остановить автобус слишком сложно. Кроме того, когда мы выходим, это бесполезно. Мы уже подтвердили это, верно? Тогда, если мы будем думать наоборот, нам не нужно выходить из автобуса, верно? Смотри, каждый раз, когда мы подъезжаем к этому перекрестку, загорается красный свет. С этой стороны проезжает доставщик, который в любом случае сюда приедет. А после, чтобы избежать его, мы свернем в этом направлении, затем столкнемся с бензовозом. После этого машины столкнутся, а затем взорвутся. Поэтому я думаю, что если мы сможем предотвратить ДТП, то сможем предотвратить взрыв. А, имеет смысл. Дядя, у меня сердце болит. Я плохо себя чувствую. Это срочно? Я не могу дышать. Может,
Может, вы сможете? Остановите, быстрее, вон пожалуйста. Там. Поторопитесь. Остановитесь. Ты как? Мне просто нужно выйти и подышать свежим воздухом. Можешь немного подождать? Не думаю, что смогу, дядя. Да что происходит? Сначала помогите ей. Выпей чего-нибудь. У тебя есть вода? Хочешь, я выйду, чтобы подождать с тобой скорую? Я забыла, что у нее есть лекарство. У кого? У меня есть лекарство. Подожди немного, девушка. Я ей помогу. Отойдите в сторону. Девушка, не бойся. У меня есть лекарство. Дело не в лекарствах. Позвольте мне снять видео. Да, правильно. Тетя, что это за лекарство? Таблетки Джухин. Верно, верно, они самые таблетки Джухин. Ты почувствуешь себя лучше после того, как примешь их. Вот, держи. Не глотай, держи под языком. Говорю тебе, боль в груди не является незначительной проблемой. Молодой человек, почему ты сидишь там? Иди сюда и позаботься о ней. Сиди здесь и ухаживай за ней. Говорю же, боль в груди не мелкая проблема. Нужно быть внимательным. После того, как выйдете из автобуса, должен отвезти ее в больницу. Пройдите тщательный осмотр. Спасибо. Тетя, спасибо вам. Это все благодаря вам. Я все заснял, тетя. Я занервничала и забыла. В смысле забыла? Что нам теперь делать? Потратив время на тетю, мы снова приближаемся к красному свету, как в прошлый раз. Если мы предупредим водителя о дорожном движении, мы можем избежать аварии. Я же сказал тебе, я не болен, я вполне здоров! Почему ты мне не напомнил? Как это понимать? Ты знал, сколько времени нужно, чтобы заправить бак. Ты ничего не делал весь день. Я не составлял график работы. Почему ты обвиняешь меня? Выключи свой телефон. Бесит. Господин, не спешите, там много машин, это опасно. Эй, ты говоришь водителю, как вести машину? Он очень хороший водитель. К тому же автобус ходит по одному и тому же маршруту 365 дней в году. Водитель знает все сам. Навыки водителя просто поразительны. Господин, как давно вы водите автобусы? 4 года. Всего 4 года? Я думал, вы водитель с большим стажем. Раньше водил грузовики. Вы это слышали? Он водил грузовики. Ты можешь перестать болтать? Что не так с этой девушкой? Затычка нашлась. У тебя же был сердечный приступ, разве нет? Живи легко и цени каждый свой миг. Счастлива ты или нет, ты все равно живешь день за днем. Ты должна жить счастливо каждый день. Мы не можем избежать катастроф, люди должны быть позитивными. Срок действия вашего знака истечет через 1 минуту. Водитель, поехали. Не беспокойся о водителе, беспокойся о ней. Ее сердце все еще не в порядке. Говорю о тебе и твоем сердце. Выруби свою верещалку. Когда я за рулем, ты сидишь рядом и играешь в свой телефон. А когда ты ведешь машину, мне что, теперь это запрещено? Господин, подождите минуту. Подождите несколько секунд. Пожалуйста. Там скутер.
помереть хочешь? Слепошарый! Ты что, ясновидящая? Что случилось? Это так опасно! Ух ты. Это было нечто. Ты заставляешь меня нервничать. Почему бы тебе не присесть и отдохнуть? Все должно быть хорошо, верно? Автобус едет медленно, и нигде нет машин. Никто не вышел, не было аварии, также никакого взрыва. Теперь цикл закончится? Должно быть. Значит, мы сможем пересечь мост. Рад, что ты здесь. Если бы все зависело от меня, я бы плохо справился. Что такое? Это музыка. Хочу выйти. Я все вспомнила. Этот рингтон. Я постоянно слышу его звук. После этого я всегда мешала водителю и просила выйти из автобуса. А потом случалась авария, и я больше ничего не слышала. Подожди. Если зазвенит звонок, значит, будет взрыв? Рингтон. 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 В автобусе. В автобусе бомба. Нам нужно выйти. Интересно, как? Я добилась успеха лишь один раз. Только один раз? Извращенец! Этот человек ведет себя неприлично! Эй, сдай его полиции! Если бы не мои дела, я бы пошел с тобой! И не бойся! Добрый день, колл-центр. Хочу сообщить, в автобусе 45-го маршрута заложена бомба. Сейчас они собираются пересечь мост. Номер автобуса. Номер автобуса. GI-77651. GI-77651. Вы должны торопиться и остановить автобус. В нем другие пассажиры. Вы сейчас в автобусе. Я только что вышла, но в автобусе все еще есть пассажиры. Не могли бы объяснить подробнее, сколько пассажиров? Их должно быть около 7 или 8. Вы должны торопиться. Остановите автобус. Пожалуйста, сообщите свое имя и контактные данные. Меня зовут Лиша Цин, можете связаться со мной по телефону. Повторите имя. Ли как дерево, ши как стих, цин как чувство. Где вы сейчас находитесь?
Я нахожусь в Чинсунсяне, недалеко от подножья моста. Вы знаете, где именно в автобусе бомба? Я не знаю, не спрашивайте, нет времени. Выключи телефон. Продолжайте звонить. Как думаешь, есть еще время? Я не знаю, но больше мы ничего сделать не можем. Ты впервые звонишь в полицию? Да. Вы связались с саперами и отделом дорожного движения? Да, все торопятся как могут. В ближайшую полицию за помощью обратились? Зяньфэн уже выехал. С девушкой удалось связаться? Мы пытались, но телефон выключен. Продолжайте звонить. Капитан, возможно, это розыгрыш? Зачем вешать трубку в такой важный звонок? Оператор сказал, что звонивший, возможно, был принужден. Во время разговора был слышен мужской голос, который заставлял вешать трубку. Поскольку он не взорвался, означает ли это, что полиция раскрыла дело? Маловероятно, несколько минут прошло. Он выключен. Точно. Когда я была в больнице, приходила полиция и задавала вопросы. Они сказали, что он взорвался в 13:40. В этот раз я воспользовалась тем же предлогом. Если это повлияло на скорость автомобиля, то на этот раз автомобиль также в 13:42... Невозможно. Когда я позвонила, то сказала, что в автобусе бомба. Но если... это повлияло на скорость транспорта? Тогда автобус взорвется не из-за бомбы. Он взорвется, потому что столкнется с бензовозом. Как только он взорвется, полиция поймет, что там была бомба. Если только бомба не на мосту. Когда в предыдущий раз ты вышла, ты не была на месте происшествия. Но как оказалась в больнице? Я не ушла далеко, я была прямо там. Когда автобус взорвался, байкер испугался и врезался в меня. Ты можешь почувствовать взрыв отсюда? Пожалуйста, сообщите свое имя и контактные данные. Меня зовут Ли Шицин, можете связаться со мной по телефону. Повторите имя. Ли как дерево, Ши как стих, Цин как чувство. Где вы сейчас находитесь? Я нахожусь в Чинсунсяне, недалеко от подножья моста. Вы знаете, где именно в автобусе бомба? Я не знаю, не спрашивайте, у нас мало времени. Выключи телефон. Проверили камеры наблюдения? Да. На первый взгляд кажется, что взрыв начался со столкновения бензовоза и автобуса. Если бы там правда была бомба, было бы невероятное совпадение. Немедленно проверь камеры рядом с Циншуйсянем. Тщательно проверь, да.
Конджон! Да? Джан Чен из уголовного розыска. Слушаю. Я заместитель капитана городского бюро расследования Джан Чен. Как там на месте преступления? Заместитель Джан, место преступления очень пострадало, особенно в месте взрыва бензовоза. Послушайте, в телефонном сообщении, которое мы получили, говорилось, что в автобусе была бомба. Вы, ребята, должны быть осторожны, чтобы предотвратить второй взрыв. Подтвердите, есть ли бомба, как можно скорее. Понял. После исключения возгорания и повторного взрыва мы тщательно расследуем и проверим, есть ли бомба в автобусе. Хорошо. Давайте поддерживать связь. Да, не беспокойтесь. Здравствуйте, полицейский участок. Хочу сообщить, в автобусе 45-го маршрута заложена бомба. Автобус собирается пересечь мост. Раньше в каждом цикле он тоже взрывался. Как ты вообще поняла, что ты в петле? На самом деле, несколько раз до этого я не успела среагировать, как все уже закончилось. После этого я говорила людям, что этот автобус попадет в аварию, но никто не хотел мне верить. Даже водитель не позволил мне сойти с автобуса. Только в этот раз, когда я была с тобой, я смогла выйти из него. После этого я попала в больницу, а потом полиция продолжала меня допрашивать. Я слишком устала, поэтому медленно задремала. А дальше... ты знаешь, что было. Но зачем полиции тебя искать? Потому что там, где мы вышли, есть камеры наблюдения. Значит... мы все равно уже позвонили в полицию. Скоро нас будут допрашивать. Твой телефон еще выключен? А что, если выключить наши телефоны? Сначала нам самим надо провести расследование. Идем. Заместитель Джан, садись. Послушайте, человек, который позвонил, правда, был в Циншуйсяне. 13:38, когда мы получили первый отчет. Зачем им выходить здесь? Это не автобусная остановка. Нет, последняя остановка станции Яньцзянь. Следующая Яньцзянь Вестроуд. До нее нужно пересечь мост. Заместитель, взгляните. Точное время взрыва. Они проверяли, произойдет ли взрыв? Или, может, они хотели посмотреть, сможет ли полиция предотвратить его? Дуджи, личность подтверждена. Связались с ними. Безуспешно. Сяодзянь, иди и спроси технический отдел о ситуации. Да. Сяо Хэйюнь. Когда я была в больнице, я видела этих птиц. И что с ними? Я чувствую, что они следят за нами. Как ты думаешь, может, мы уже мертвы? Я слышала поговорку, что когда человек страдает от неправомерной смерти, его душа запирается в месте его смерти. Затем он будет продолжать повторять то, что делал перед смертью. Точно так же, как и мы. Мы заперты в автобусе и умираем снова и снова. Это не совсем похоже. Подумай, мы испытали то, чего раньше не испытывали. А ты слышала о другой поговорке? После того, как призрак найдет себе замену, он сможет покинуть петлю. Ты уже нашла одну. Ничего такого. Нет. Я не хотела, чтобы ты был моей заменой. Я не это имею в виду. Когда я вытащила тебя из автобуса, я хотела спасти больше людей.
Я правда хотела тебя спасти. Извини, я не знала, что так произойдет. Подожди, за весь цикл тебе удалось вытащить только меня? Почему я? Наверное, потому что... Я пыталась так много раз, и ты был единственным, кто хотел мне помочь. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. На самом деле, одна вещь меня беспокоит. Мы так и не увидели бомбу. Если полиция спросит нас, где бомба, что мы им скажем? Скажи им правду. Сказать им, что мы попали во временную петлю? Они нам не поверят. Что еще мы можем сказать? Мы не взрывали эту бомбу, и у нас не было мотива. Если полиция нам не поверит, то они, вероятно, подумают, что мы бредим. Хуже того, они будут относиться к нам как к подозреваемым. Любое расследование требует доказательств. Без них они нас отпустят. Если мы придумаем что-нибудь и не сможем разобраться в этом, это только сделает нас более подозрительными. Не делай этого. Дуджи. Записи с камер наблюдения вдоль тропинки проследили за ними до парка Циншуй. Планировка парка сложная, с редким наблюдением. Там цветут растения, это создает слепые зоны. Возьми машину с GPS-навигатором. Да. Сяо Цзянь, старший, отправь кого-нибудь сходить со мной в парк. Да. Ей Цянь, иди в отдел безопасности и отследи все камеры наблюдения за парком. Держите меня в курсе. Пришли мне это фото. Есть. Дуджу, я приведу туда людей. Хорошо. Be the weak without me. I'll be strong with you by.